здесь и во всем других улицах идет замена асфальтобетонного покрытия, замена бордюрного камня, замена тротуара и восстановление газона. Итак, на каждой из 56 улиц Адлера, где запланирован капитальный ремонт. К работам на разных участках приступают сразу после прокладки инженерных коммуникаций. На улице Куйбышева укладывают новый тротуар. После приступят к замене асфальтового покрытия проезжей части. Всего же в Сочи отремонтируют больше 100 дорог. На эти цели из краевого бюджета выделен 1 миллиард рублей. Особое внимание уделяют тем улицам, которые разбиты большегрузами. С подрядчиками у Анатолия Пахомова состоится отдельный разговор. По словам главы города, если дороги до сентября не будут отремонтированы силами строительных организаций, чья техника разрушила асфальт, к решению проблемы подключат правоохранительные органы. Сейчас как раз и самые сложные времена наступили для нас, для местных властей, чтобы всех, кто что-то разрушил, то ли газон уничтожил, то ли тротуар поднял, то ли проезжую часть разбил, чтобы они все это восстановили. И мы все это обязательно будем делать. Власть должна проявить свою власть. Анатолий Пахомов заглянул и во дворы. Сегодня все придомовые территории около многоэтажек отремонтированы. И не только в Адлере, по всему Сочи. Во дворах постелили свежий асфальт, установили новые бордюры, которые благодаря небрежно припаркованным машинам рискуют прожить недолгую жизнь. Жители, вы же все это можете угробить, а больше подарков ни от кого не будет. Вот смотрите, вот посмотрите, да? Вот завтра вот эти бордюры, они навернутся. Это ваша собственность, вот это все. Все, что можно было сделать по благоустройству, решили сделать здесь, ну, в центре самом. В ремонт дворов были вложены немалые средства, отметил Анатолий Пахомов. Теперь порядок на обновленных площадках должны поддерживать управляющие компании. Да и сами жители не оставаться в стороне. Галина Моисеева, Ольга Десятова, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.